Долури Параплановская Тальтина. Вижу камеру. Всем привет. Меня зовут Дмитрий. Это еще раз я. Слава. Слава, да-да. Так что сейчас будем взлетать парапланы в Долури. Горы Кубеди, 2000 метров над уровнем. Не забудь, для старта нужно наклониться вперед. Ага. Тебя нет. Вперед, 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 вперед. Побежали, так, побежали. Еще, еще. Тяни, тяни, еще, еще немножко. На воздухе. Все, спасибо, садись. Больше приятно было. Ага. Чувствую хорошо? Пока да. Сейчас туда прилетим и там скажешь, если будет все нормально и захочешь, то покрутимся. Если захочешь, как скажешь. Хорошо. Но сегодня погода прям удивила. И мы думали, будет с утра прям затянуто. Прям так до сих пор четко видно, где-то туда видно. Так ночью было абсолютно ясное небо, звезды да, видны. Да. Ну это часто здесь, ночь хорошая, а потом под утро начинается. Нас.
это не слышал. Я тоже плохо слышу. Ну лучше не доставай. Ну, да. Если она не привязана, не доставай. Ну да, как полетали, спрашивай. Мы еще не полетали, еще летаем. Таннер меня снимает снизу. Ну, решай, если захочет, сделаем. 52 рискует. Я думаю, надо делать, иначе потом... потом буду жалеть, если да? не сделаю. Тоже правда. Сейчас туда подлетим. А что будем делать? Сначала винговеры, потом спира. Винговеры это что? Винговеры это как небольшие подъемы. Развороты. Кажется, что фигня, не. А вот ощущения такие, да, конечно, прикольные. Конечно.